Какой нос должен быть у здоровой кошки? Принято считать, что по состоянию носа кошки и других домашних животных можно судить о самочувствии, здоровье домашнего любимца. В некотором роде это так, но далеко не всегда сухой теплый нос является признаком серьезных патологий. Носик здоровых котов. Физиологическая норма. Нос кошачьих мало чем отличается от человеческого. Орган дыхания анатомически имеет два носовых прохода, которые между собой разделены хрящевой перегородкой. Носовые ходы проходят в лабиринт из решетчатых раковин высокой чувствительности. Важно! Носовые выделения, загрязнение мочки, поверхности носа, ухудшая чувствительность, снижают обоняние кошки. При вдыхании воздух поддается нагреву, очищению. Если кошка здорова, мочка будет слегка влажной и холодной. На носике здорового кота не должно быть корочек, струпьев, других патологических признаков, носовые выделения. Нос активной кошки должен быть слегка увлажненным и прохладным на ощупь. Признаком здоровья пушистого питомца является частота носовых ходов, нормальный ритм дыхания. Важно! У котят пород с укороченной приплюснутой мордочкой породы брахицефалы. Чаще всего мочка носа теплая и сухая. У таких пород, как персы, шотландцы, из-за неправильной формы носовых отверстий возможны проблемы с дыханием, особенно в жаркий период времени. Почему кошачий нос влажный и холодный? У котов довольно острое от природы обоняние. Кошачий нос улавливает тончайшие ароматы, неуловимые для человека. Чтобы лучше различать запахи, нос кошки должен быть слегка влажным и прохладным. Влажная поверхность способствует лучшему улавливанию запахов. Физиологическое увлажнение мочки пушистых питомцев происходит за счет выделения кошачьим носом специального секрета. К тому же кошка на протяжении дня часто умывается и облизывается, что также позволяет сохранять носик влажным и прохладным. Почему у кошки сухой и теплый нос? Сухость носа, как уже было отмечено, вызывает физиологические и патологические факторы. К физиологическим причинам можно отнести активные игры, физическое напряжение, высокая температура воздуха, перебывание в сухом помещении, жажда, перенесенный стресс, эмоциональное потрясение. Слегка теплый носик у кошек может быть во время сна, после пробуждения, принятие пищи, если кошка грелась на солнце, лежала на батарее, вблизи отопительных приборов. Как видим, температура кошачьего носа может меняться в течение суток. Все зависит от температуры окружающей среды, уровня активности, физического и эмоционального состояния кошки. Когда нужно бить тревогу? Горячий, сухой нос, потрескавшаяся мочка, носовые выделения разного характера чаще всего указывают на развитие вирусных инфекций, паразитарных болезней, которые сопровождаются воспалительными процессами. Тревожные симптомы. Изменения в поведении. Вялость, сонливость, неконтактность кошки. Неадекватная реакция на раздражители. Глазные, носовые истечения. Корочки, раны на мордочке, носу, отказ от еды, нарушение пищеварения, хрипы, сопение при дыхании, лихорадка, озноб, кашель, чихание, приступы удушья, затрудненное дыхание, плохое качество шерсти, появление залысин, кожных высыпаний. Важно! Если у кота сухость носа спровоцирована высокой температурой, у питомца также горячими будут подушечки на лапках. При этом всегда высокая температура является одним из симптомов развития болезней, системных патологий. Поэтому обязательно покажите пушистика ветврачу. Сухость носа у кота может быть вызвана аллергией, дерматологическими заболеваниями, проблемами в работе желудочно-кишечного тракта, хроническими патологиями, респираторными болезнями, повышением температуры,
аутоиммунными заболеваниями, наличием инородных тел в носу, возможной причины горячего носа, обезвоживание, дегидратация, отравление, интоксикация организма. Мягкость лапок, пушистый хвостик и мурлыканье где-то рядом. Твой любимый кошачий носик, и ты таешь под умным взглядом. Мелких шалостей дарит россыпь, и домашний уют подарит. Любопытный кошачий носик у двери каждый день встречает. Ни о чем у тебя не спросит, тронет лапкой, полижет руку. Ткнется в нос твой кошачий носик, успокоит в душевных муках. Друзья, а вы определяете, здоров ли ваш питомец, прикасаясь к его носику? Не ленитесь и делитесь своим опытом в комментариях. Еще не подписаны? Обязательно подписывайтесь! А также жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты». До новых встреч, друзья! Берегите себя и наш маленький уютный дом под названием «Земля».